Марк Тумидус, офицер военно-космических сил Помпилии, пропал без вести за краем Лукумен. Сбилась с ног внешняя разведка, не знает, искать дальше или похоронить заочно. Планирует смертельно опасную экспедицию дядя Марка, изменник родины, бывший легат Гай Тумидус. Отец Марка, инженер-энергетик Юлий Тумидус, ради сына вступает в конфликт со службой имперской безопасности. Совет антисов, исполинов космоса, ищет способ шагнуть в загадочную кровь, не замарав ноги. А далеко от них, на планете по имени Астлантида, ведет свою войну маленький отряд под командованием унтер-центуриона Кнута. Волк, скаля клыки, ведет поредевшую стаю. Каждый шаг — ловушка. Каждый шаг — попытка вырваться за флажки. «Волк» — вторая книга нового романа трилогии Генри Лайона Олди «Дикари Айкумены». Это продолжение знаменитого цикла, начатого романами Айкумена «И городу, и миру».